а самый маленький — это я. Не знали мы пока, что нам еще придется пережить. Говорит Москва, передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. День Победы, а мы одна зовем.
А зори все тихие, кажется. А вот и нет. Вот это письма моего отца. Их когда-то передала мне мама. А я передаю вам, чтобы вы знали и помнили.